позиции РИА. Сегодня по Первой мировой покопаем. Должно быть интересненько. О, стой, оба. Это сегодня. Это не сегодня. А это не сегодня? А, будет как сегодня. Ну, да. Это немецкая пуговица, кительная обычная. Это не сегодня. Да, а это вот сегодня, да? Да. А ну маленькая... За монету там, ой, пуговицу. Это копеечка, не? Не знаю, что. Маленькая такая? Да. Ну, орел видно, а вот с этой стороны... Не мы. Пуга офицера позолоченная. Ну, блядь. Ну-ка покажи. Офицеры позолоченные. А, ну он орел видно, да. Ну, офицер. Да. А это погонные. Это же номер роты, наверное. Хрена. Шестерка или девятка? Ну, погонные. Хочешь 6, пожалуйста, хочешь 9, пожалуйста. Да. А хочешь что-нибудь непонятное. Да. Ну, мелочевочка, да. А что это за монетка? Да это совет. Это же. А, 55-й год. Ну, пускай нехай будет. Гидзачи, да. Это трехдюймовки. Не знаю, немецкие, нет. Или русские. Непонятно. Замятые. Тут земля пристала. Сейчас чистит неварик. Ну, латунь на металл пойдет. Нормально. Видите, ну... Попадается много пуль, патронов, таких уже гнилых. Ну, им больше 100 лет, они уже старинные все. Старые, даже немецкие попадаются. И русские, гильзы, патроны, пули. Вот это все остатки, остатки уже больше 100 лет. Вот, вот пули, 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 пули. Разорванные патроны. Разломанные, все, мусор. Вот. Ну и лопата вот тоже. Такая вот. На дне землянки. Просто пополам сломанная. Жалкие остатки. Вот. Ну, продолжаем искать. Что-то всякое такое вот попадается. Война. Я думаю, что на ногу, блядь, задувает. Ствольные коробки. На винтовку Мосина. Верховые. У нас смотри, какая там запикивание произойдет. Латунь. Ну, одинаковые. Что-то разбирали винтовки тут. Ну, видно, вон граненые. Царские еще. Что-то не нравится, он молчит. Свои штуки. Шабол, да, так, в основном патроны. Не выключай сейчас еще. Что слишком там? С годом с ним. Ну-ка давай. Я сейчас почистим. Ну, какая большая. Голова. Еще снаряды. Что там, вот видно? Задний проход только. Иди, дорогой. Должна быть с годом красивая. Только пока 4.1.2 еще здесь. Да, это должен быть год красивый, должна быть здесь. Большой. А ножик? Ну подай колечко посмотри. Какого-то перочинного ножика. Что это такое за сапожный? Вот же как назло. Это что? Кроме 4.1.2. Это же зафиксировано. Иди на... Ой! Короче, нет ничего. Вот. Нет ничего, не видно. 4.2.1 и все. Ты же маленький последний брат. Но... А, да, должен быть был год. Ну, понятно. Сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском, Лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, есть отличный офлайн-магазин в Подольске. Магазин у деда Мити. Лунный ландшафт. Рекомендую.
Шики. Закинь в лужу, пускай. 23-й год. Это был латун, забрал. Это латун. Сохран? Латун 100%. Что это такое? О, десяточка. Какой сохранный, замечательный. Никит. Полиру какой-то там специальный Никит. Слышь, а пьяная вичила. Что там? А, 23-й. Да. За кадром. Крошечка. Я двигу искал или пил. Землянки. Ой, наша лопатка русская нашлась. Ну, сохран тут, конечно. Проще у нас на Карельском перешейке найти покрасивее царские лопатки. Ну, вот тут вот такая вот лопатка российская. Остальная тут. Сигареты в пачке бери. Да, тут нормально. Тут надо. Пляжечка царская, стеклянная, целая. Вон тут с ямки. Прикольно. Венгерская монетка. А какое, хоть скажи? Мой пример. Мадьярская. Когда хрустит. На характерного... Характерного хруста. Заднее право, слышал? 20 филеров. Спасибо, Денис. Ты хороший человек. Сколько берцы у тебя. Для резки колючки. Ножнички. О, Марис задымился, ты кринкал. Это аманалский. А это на треху? Да. Ну, пружинка. Две рамы. На винтовку мощно. Никто не захотел брать составляющую. На чистую. Я предлагаю купить. Ну, да. Уже две. Да, для чего только намотать? Ну, горлышки разные. Одно круглое, одно такое. Ну, две фляжечки. Стеклянные, российские. Бразок. И она вот ходит, она кого-то хоронит, она подходит, стоит, тупит, да? Без дверцы. Раньше доставала телефон, снимала. Люди начали жаловаться, заведующий выдал, сказал, да. Она один хуй пришла, говорит, я больше снимать не буду, я так буду со стороны поглядывать. Слышишь, Саня, познакомь Жорика стоит. Это Вадика надо. Нет, так интересно, что это за калибр такой, я хрен его знаю. Колечко. Ну, один раз и сейчас. Давай в это самое. Видимо, с монеты вырубали. Вон, понимаешь, капать нос надо не больше там сколько-то дней. Такое. Просто солдатское, российское. А, ты уже, колечко. Блядь, зависимость. Он уже, годами. У меня база, год, 16. У него уже... А что это за гильза такая? Вот я хрен узнать, маленькая, 16? Я сам не знаю, что за размер гильзы такой. В самолете, реально, вот. Очень странно, конечно. Как только посадка, все, что... Было кричать, дайте кислородную маску, помираю. Ну, такое... Даже... Я не знаю, что это. Это даже, не... это даже меньше 37 миллиметров. Я не полечу на такой рай. 35-30. Я вообще... Ну, Ревская, по-моему, или Лент-Лиз, Англия, конец Франции. Не летает, я же с этого... Интересно. Интересная гильза, да. Там он еще, посмотри, сбоку есть какие-то надписи, может, кто-то определит, что... Ну, плохо видно. Литва. Остатки гильзы какой-то. Литва, Латвия. 16-й год, что-то знаешь, что такое. Так, ну что тут у нас? Опа. Десять копеечек, 909 года. Серебрушечка. Отлично. И пряжка. Пряжка. Медная. Что у нас там? Пехотная? Не, метают. Б. Санкт-Петербургская монетная. 10 копеек.
Еще он за орлом тоже две буквы были. Латунная. Это Б и ЭБ. Ну, смотрите, пряга. Пряга гренадера. Отличная вещь. Вот вторая лежит, мало. Латунная. Сохран хороший. Красавица. Что тут сказать? Красавица? Вот. Гренадерская пряга. Класс. Ну, отлично. В такие дрыщи зашли, видите, палец окровавленный весь уже тут. Просто ходить невозможно. Кошмар. Просто падаешь на каждом шагу. Вов, дай сигу. 20 копеечек. Ну, затертый сильно. И не пьет. Он еще и не пьет. Жалко, блин. Ну, серебро. Ну, надо иметь свои. Мне не жалко, но не жалко. 1800, Андрюха. Андрюха, какой год ты там увидел? 1875. 1875. Сам концепт, блядь. Ну, нормально. Ну, блядь, ходи там. Потертые уже. Патрончики лежат. А рядом с ними ножичек. В перемешку. Перочинный. А патроны в обоймах были. Наш. Что там, у тебя же еще дундель? О! Две копеечки. 797 год. А, так это три копеечки. Почему две-то? Три. Ну, большая же. Бумажки. Ну, оба, из ямки тут выпал серебрушечка, 15 копеек. Так, что у нас тут? 15 копеечек. Вот 3 копеечки. И еще вот 2 копеечки. Не вижу. Год-то год. Сейчас, стоп. Год не видно. Дунделек. И копеечка. 15-го года. Ну, такой набор царских монет уже получается. Пряжечка. Тариша нашлась. Внутричка. Целая. Российская. Тут и зацеп. И все. При делах. Целенькая. Ну, три пряги уже тут. Как бы в любом случае его надо максимально увеличить. Тут реально приятно копать. Что вы знаете? Копать, конечно, здесь неприятно. Не, ну вот по краю. Пик от пикеля. Нарез в позиции. Ну. Говорит, раз. Ему сразу это. Да. Кстати, вторую. Так, бутылек должен был обычный бутылек. Необычный бутылек. Чего ты говоришь, что пропитывать марлевой повязкой? Ну. Вот Жолька талант, сразу. Сразу сиську. Это типа, ну, получается, типа противогаза было. Ну да, маску пропитывали, это раньше бы. Сейчас такое есть. А это ты что дал мне? Это тут найдено? Да, видишь, вторую. А, противогаз немецкую запчасть.
Вот. Еще одна пряжечка нашлась. Такой вот с трещинкой. С трещинкой. Погнутая маленькая. Такая. В общем, их тут непривычно. О, три штуки. Оп. Вот такие дела. Так что вот, походили, находили. Ага. Так что все. Всем до новых встреч. Был Ландшафт. Комменты, лайки и огненные комменты обязательно пишите. В общем, так вот. Бывает.